ты это самое мир сохранить будешь или ты еще поболтаешь? Буду, конечно. Короче, мы не придумали ничего оригинальнее, чем просто поиграть в один блок. Вот. Да? У нас отдай мою грязь! Погоди, у нас смысл каждый в том... Нет, да! Моя грязь! Мы нормально не постримим. Натаха Жопопа, спасибо за 10 рублей. Ну, погоди, то есть человек с ником Натаха Жопопа донатит и говорит, хватит обзывать Натаху, что? В принципе, логично. Наташа Жопа. Хватит! Они донатят тебе, просто чтобы меня обозвать. Зачем? Не делайте так, не надо, это плохо. Лучше рейдов зайди. Спасибо! Узар. Ау. О, это твой сын! Это наш сын! У нас теперь есть сын, что? Смотри, какой он умный, он сразу пошел в это. Фига, у нас умный сын. Конец. Не плюйтесь никогда ни в кого, то у вас появятся дети. Угзар. Угзар, как мы называем нашего сына или кто это? Это дочь. Ты понимаешь, у меня Нанейка только на стрим зашла, и первое, что она слышит, как мы назовем нашего сына. Я хочу этого маленького курятина назвать Рома. Почему Рома? Даже не знаю почему. А, все, понял. Теперь... А, ну, я так могу. У вас много общего, я смотрю. Наташ. Что? Привет, скажи Наташе, что она пи... Скупча их. Ну, как минимум было два. Ну, заплевал меня всю. Пицца или суши? Два. Пицца и суши, и то, и то вкус, не знаю. Три, где купить? Наташ, пицца или суши? Зависит от настроения, но, наверное, суши. Что-что-что? Ну, суши, наверное. Что-что-что? Ладно, ладно, пицца, пицца. Саша, о каком ребенке идет речь, мама спрашивает? Идем покажу. Смотри. Речь. Я кидала в него яйцами куриными, и в один момент вылупился цыпленок. И мы такие, о, это наш ребенок, теперь его зовут Рома. Все. Вся история. Не подумайте там ничего, пожалуйста. Всегда мечтал купить аккаунт, уже забаненный на Хайпикселе? Тогда скипай эту рекламу, ведь это не про нас. В нашем магазине ты можешь получить лицензионный ключ Minecraft, который ты можешь активировать на своем личном аккаунте, а также Discord Nitro и Optifine плащи. Copper Store. Исполняй свои мечты, покупая за гроши. На. Это ты. Что? Я золото. Угу. Гроб карлика оптимиста всегда наполовину полон. А еще козел, кстати, да, есть. Что? Два козла есть. И... Один... Я только одного вижу. Нет, я это сделал. Нет, я пошутила! Я пошутила! Не надо! Не надо, не надо, пожалуйста! Нет, Хрейдушка, солнышко мое, не надо, я пошутила! Хрейд, ты не козел. Знаешь, кто ты? Ролик с про ловушки для девочек. Очень самая Настя, где я просил передать тебе. Я шучу! Прости, 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 пожалуйста, да прости, я ничего не делаю, все, успокойся. А, не стоп! Ты да меня только что... Иди сюда, ты! Нет, 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 нет. Погоди, давай, вот так, напоследок. Это наша дочь, ее зовут Амина. Амина мне в обиду, это наоборот, все, у нас есть дочка Амина.